Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Наконец-то у меня получилось зайти в эту игру. Так, ну что, как ты понял, премиум пак у нас закончился. Поэтому все, что у меня было активно, уже стало неактивно. Так, здесь у нас войти. Посмотреть результат. Понятно. Диплодок не прокачался. Ладно, ставим дальше на прокачку. Здесь у нас что? О, бананогномиус. Собственной персоны. Созрел. Ну что я тебе могу сказать? Мы можем сделать вот так и начать эволюцию. Ага. 100 баксов готовь вначале для эволюции. Потом будете счастье. Так, ну у нас еще и олень. Северный, по-моему, да, называется он? А, гигантский. Северный. Гигантский, конечно же, друзья. То есть, тихо, тихо, вы что делаете-то? То есть, получается, что мы можем с тобой его тоже, когда будет возможность, поставить на эволюцию. Уже что-то, ребята, уже что-то. А гибрид, с кем он делается, гибрид? С Индрикотерием. Это еще не скоро будет у нас. Так, ну, зато я тебе скажу, у нас освобождается два места. Два места. Это через один день 21 час. Они, в принципе, одинаково выведутся, да? Так, ну, у нас есть еще в закромах. Давай посмотрим. Блин, тут, наверное, можно вот так вот сделать? А, нельзя, да? Нельзя. Я думал, может быть, там легенду нажимаешь, и сразу тебе показываются легенды все. Но тут... так не работает. Ну что, давай Индрикотерия, наверное, активируем. Ага, и все, и денег у нас больше нету. Придется зарабатывать. Ну что, друзья мои, идем в события, смотрим. Чудовище глубин, денежная борьба. И все, больше ничего нету. Ксенотодон, Тринакномирум и Хайнозавр. Ну что же, здесь будет у нас выступать Кранозавр. Сюда мы возьмем Зуходуса. А сюда, наверное, Архилона. Погнали, друзья, будем смотреть. Да, без премиум пока, конечно, сложновато играть. Но ничего мы с этим поделать не можем. Так, я, наверное, сразу ударю. И остается у него всего лишь 40 хп. Ну, естественно, он побежит сейчас меняться, скорее всего. Чего? Чего случилось? Я не разглядел что-то. Это что сейчас за фокусы были такие, а? Тринакромирум. Меняется, конечно, меняется. Так, ну и мы тогда поменяемся, да? Раз-два. Будет меняться, интересно, он на этого? Наверное, будет. Не стал. Ну что я тебе скажу? Раз-два-три. Раз-два-раз. До свидания. Иди сюда. Мы с тобой еще не закончили. Ты смотри-ка, а? Ты смотри-ка. Все-то он уложился. Ладно, радоваться ему рано. Потому что мы его сейчас высеки. Вот так вот. Ну что, ребята, отлично. Победа здесь за нами. И мы переходим на следующий поединок. На второй. Так, что у нас тут? Геофиозавр, Генодус и Кранозавр. Они все одной стихии. Ну что я могу предложить? Взять Артакантуса, например. Взять... подожди, Тилозавр-то нам здесь не нужен. Бананогномиуса. Ну как-то вот так вот. Я уж не знаю, что из этого всего получится. Будем смотреть.
Да, у него тут генодус 10 уровня. Тоже как-то не особо меня это тешит. Так, наверное, нам пора одного банана гномиуса вывести все-таки. Ну что, влупим по полной программе или как? Давай влупим. Ага. Отлично. Генодус. 6 очков действий. Потратит 2. Потратил 2. 2 оставил, естественно, да? Ну, поехали, вырубим его тоже. Ух, ё-моё. Ну, тут нам крышка, ребят. Ну что же, только карта Канус получается. Раз, два, три, четыре. А вот Кронозавр сможет ли нам что-то сделать? 279 к атаке, ребята. Да, да, вырубает у нас. Прикинь, он нас вырубил. Плохо, банана-гномиус плохо, ребята, идет, потому что у него атака хорошая, но и хп мало, к сожалению. Признать это надо. Поэтому я беру здесь генонуса. Генодуса и, наверное, возьму аммонита. Вместе с кем? Да не с кем здесь больше брать. Ну вот, если только еще ромалиозавра взять. Или же артакона гигантского. Вот как тут лучше сделать? Не знаю, ребят. Давай Лео Плевродона возьмем вообще. Или Лицихтиса. Обманочку будем, как всегда, делать. Да, будем делать обманочку. А раз у нас по-другому не получается, будем делать так. Ага, не стал ничего делать, я понял. Ну, купится, нет? Не хочет купиться, а? Посмотри. А так, если сделать? Повелся, повелся, ребята. Он все слил, да, насколько я понял? Он все слил абсолютно. Значит, что нам нужно делать? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ой, как же я просчитался-то, ё-моё, ребят. И тем не менее он не стал атаковать. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Так, проверим. Ага. Семь. И он все сливает. Ты представляешь? Все сливает абсолютно. Раз, два. Этого достаточно. Раз, два, три. Четыре, раз, два. Так, ну что, Кронозавр, давай иди сюда. Ну что, я атакую по полной... Ой-ой-ой, что я делаю-то? Все, распетрушили мы его. Да, а первый поединок мы, к сожалению, слили. Даже немножко неприятно. Так, двигаемся дальше тогда. Декодерма, Мегалодон, Генодус. Здоровски просто. Ну что, Хайнозавра возьмем здесь. Дальше... Ромалиозавра и против Генодуса Артакон.
Вот такая у нас будет здесь команда. Начнем с атаки сразу же. Да, мегалодуш у него 33 уровня. Ё-моё. Генодус, 540 атаки. Ё-макарёк. Так, Артакон, иди сюда. Бомбани его разочек. Конечно, меняться, конечно. Мегалодона взял. Так, и на него тоже у нас найдется управа. Проверим. О, иди ко дну, парень. Так, Генодус. Ну, правильно все сливает. Правильно делает. Так, она достаточно одной атаки. И плюс раз-два. Раз, вот так вот сделаем. Посмотрим, что там за декодерма. Слушай, а у него хп-то там на расплюнуть. Сейчас добьем. Сейчас мы добьем. Фью, он даже ничего не стал делать. Удивительно. Не защищаться, а вообще ничего. И мы его бомбанули. Колесо призов, ну что нам тут выпадет? Ну, естественно, суперзавр. Да ё-моё. Этих суперзавров у меня и так слишком много. Вип, вип, вип. А что у нас на випке? А на випке красота. Только вступить надо вначале. Так, ну что, друзья мои, нам тут доступно-то? Вот это только денежная битва. Ёк-макарёк. Триатродон. И Доминус, и Унейринг. Как тебе такой раскладик? Это сколько там в денежной борьбе? Три битвы нам нужно. Три. Что ты, господи, не успокоишься? Отправь Оуэна. Пускай он там разберется. Так, что у нас здесь выполнено? Так, используй скорее совершить сделку. Давайте посмотрим, что у нас там по сделкам. Монеты. Часовая башня. Так, очки доверия на еду. Еда на монеты. Лабиринтозавра поменять на ДНК. Что-то не хочу я этого делать. Вот ничего мне здесь не нравится, ребята, если честно. Из того, что они нам предлагают. Каритозавр Диплокаус. Вон, Джунгариптора можно спокойно на баксы поменять. Я думаю, нормально будет. 40 долларов, немного. Ну, нам хоть сколько-нибудь, да? Окей. Так, это мы решили. Купите билеты на розыгрыш призов. Это где? Ага, здесь. Ну, давай возьмем. Так, ну что, я посмотрел. Забираем. Собрать моды. Пойдем, заберем моды. Так, достается мне кровожадность. И... слабость. Кровожадность и слабость. Забрали. Так, открыть наборы карточек. Использовать ускорение. Ускорение у меня вряд ли получится, да? А хотя почему вряд ли получится? У меня же там пока свободные места. Да. Не получится. К сожалению. Что тут у нас можно? Сарказуха? Сарказух. И Капразух. Так, ладно, это все закрываем. Ну что, я попробую, ребят, наверное, здесь все-таки сыграть.
Да, конечно, хпшек у него там мама не горюй. Так, и на ринг. Хоть в тебя-то возьмем, наверное, индоминус у него там. Это мод 2, ребята. Это не просто какой-то индоминус, это модифицированный. Я знаю, может быть, сюда взять еще Эдиоморфодона. Давай так попробуем. Там сколько? 3 поединка нужно продержаться, да? Ударим сразу же тогда. Меняется. Берет у Минаринха. И атакует. Давай тогда тоже бомбанем его разок. На. Кого берет? Блин. Печалька. Раз, два, три. Завалим, да? Завалим супостата. Индоминус Рекс. Мод 2. Ну, тут понятно, ребят. Даже не знаю, что делать. Раз, два. Раз, два. Давай так проверим. Ёк-макарёк. 6 очков действий. Ох, сейчас влетит. Нам повезло. Ничего нам тут не влетело. А сколько ты у меня бомбишь? Даже не знаю. Если мы его, например, сейчас пробомбим, сможет ли Эдиоморфодон с ним справиться? Ладно, проверим. Проверка. Вырубаем. Вырубаем. Так, вот он выходит. Очков 10 дофигища у него просто-напросто. 5 тратит, да? 5 тратит, 2 у него остается. 2000 с лишним хп. По идее, должны мы его... А вот тебе и индоминус. Теперь он минус, как минимум. Прочесали ему гриву. Ну что же, двигаемся дальше, друзья. Двигаемся дальше. У нас это был первый поединок, сейчас второй. На втором у нас спинатозух и крутозавр. Ну, тут будет чуть-чуть попроще, потому что мы здесь возьмем диплодатора и птеродактиля вместе с Эдиоморфодоном, например, даже самый. Ничего сложного здесь нету, ребят. Так, сразу же берем очки действия в запасик. Меняет, берет крутозавра. Ну а я возьму Эдиоморфодона сразу же. Вот так вот, хоп. И вот так вот, чик-чик, начикал. Рискнет? Нет, не рискует. Не рискует он бомбить. Смотри, смотри, жмется. Он жмется, он боится, правильно? Так, а я, наверное, все-таки бомбану разочек. Поехали. Проверим. Так, вырубаем. Ну что, крутозаврик. Все сливает абсолютно. Ну, ребята, птеранодон, естественно, его сейчас просто вырубит. Самый мощный мой летающий птерозавр — это птеранодон. И это он еще не скрещенный. Если я его скрестить, то он вообще будет, ребята, смерть с небес. Окей, получили, короче. Ну что, последний поединок у нас тут. Стегоцератопс, спинатозух и глитронакс. То есть самая жесть, так скажем, да? Самая жесть тут нас поджидает. Особенно глитронакс. 15 уровня, там супер-мега какой-то.
Ну что, я, наверное, бомбану разочек. Естественно, он сейчас побежит меняться, само собой. Бежал. Ну и вышел тут Глиттеранакс. Вот с Глиттеранаксом, конечно... Да, с Глиттеранаксом, конечно, нам тут... Даже не знаю, как и сделать-то лучше. Давай так проверим. Все-таки решил бомбануть, да, меня на дорожку, гаденыш? Ну что, уничтожаем его, чертовой бабушки. На тебе, крикун. Спинотазух. Два очка-то он сольет. Ха-ха, два очка слил, два очка оставил себе, да? Окей. Так, нам нужно раз, два, три, четыре. Вот так нам нужно сделать. Я же знал, что он возьмет защиту, поэтому и сделал вот так вот. Ну, здесь-то, конечно. Здесь-то вырубит нас. Ну, а теперь лови подачу. 1100. Ух. Как ему не поздоровится сейчас. Круто, ребята, конечно, круто. Тут даже не придраться ни к чему. Событие пройдено, причем очень даже великолепно. Забираем Динобаксы, которые, в принципе, нам нужны, да, ребята? Они нам нужны. Ящики доверия, которые идут, у нас уже без умножения. Так, и по событиям у нас тут, ну, ничего не осталось, ребят. Но это только по событиям не осталось. Тут-то еще есть, да? Значит, Кайнозойка. Блин, с ускорением я не знаю, что делать. Я не знаю, что, ребята, нам делать с ускорением. Тут что ли есть только? Это только одно ускорение. Второе. Опачки. Так, друзья мои. Новый член команды появился. Оба-на. А пускай прокачивается до 30 уровня, ребят. Так, вот ускорения у нас все сделаны. Так, а теперь, значит, нам нужно Кайнозойку и, как ты видишь, ПВП-шку. Поэтому погнали. ПВП на Кайнозойскую эру сразу пойдем. Раз, два, три. Ждем, ждем противника. Сумчатый лев, Уинтотерий, Архиофицион. Блин. Сумчатый лев опять бесявый этот лезет. И он еще и первым ходит, да? Че, брать по Ноктусу, получается, надо? Получается, да? А что это он, интересно, не стал даже ничего делать? Очень интересно. Неужели носорога возьмет своего вот этого Уинтотерия? Не должен. Атакует. А два очка здесь он прикарманил. Я проверю сейчас. Да, прикарманил. Ладно. Меняется. Тут уже тогда поменяемся. О, 1800. Да, тут здоровье дофигища. 1875. Чего ты там дергаешься? Опять меняется. Архиофицион. Да
Я не знаю, я попробую, короче, сделать так. Раз, два, три, четыре. И вот так. Хорошо. Жалко, сейчас его сумчатый лифт пройдет, конечно. Да. 3 очка действия потратят. Угу. И 3 оставляет себе. 3 потратил, 3 оставил себе. Значит, нам нужно сделать вот так вот. Другого варианта не вижу, ребят. Интересно, хватит ему 5 очков действий, чтобы нас сломить или нет? Хватило. А вот у нас-то не хватит, друзья. Совсем не хватит. Раз, два, три. Раз. Он тоже спешить не будет с атакой, поверь мне. Вот так вот он прощупал, короче, нас, да? Он нас тупо прощупал сейчас в данный момент. Ах, ты говнюк, ты таки. Все-таки, ребят, он взял защиту до финиша. Ну, мы тут сфейлились, короче. К сожалению. Ну, я пытался. Мне не надо было, наверное, его атаковать, конечно. Надо было, наверное, все-таки простоять в блоке. Я, конечно, предчувствовал, что он возьмет, но думал, ну 4 защиты это слишком, да, для бота. Но, видишь, оказалось, что он схитрил. Так, ну что, давай еще тогда в конезойку, но все равно нужно доигрывать. Раз, два, три. Это только второй PvP-поединок. А нам нужно их 3. Ладно, ладно. Ну тут я даже не знаю, давай, наверное, возьмем носорога. Это так пока. Место курса взял, а? Ну что, я проверю на прочность. Вырубаем. А, нет, 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 ребят. Не вырубаем. А вот нас, скорее всего, сейчас вырубят. Кошка вырубила птенчика. Так, что этот депротодон сделает сейчас? 225 к атаке, ну, нет, это прилично. Ты глянь, он как будто, ребята, знает, что у меня это. Ну как так может быть? Именно 3 взял. Не 4, не 2, именно 3. Тут я не знаю уже, что сделать. Тьфу ты. Твою дивизию, ну ты посмотри, а. Сейчас здесь фейлимся, по ходу дела, да? Меняется. Ну, сейчас звезданет.
Конечно, мне тут его, ребят, не пробить. Ни за какие ковришки. Не. Сфейлился. Тут мне его не пробить. Так фиг они, ребята, они не прокачанные, вообще не прокачанные. 20-го, этого надо на 40-й уровень, как минимум, чтобы хоть из себя что-то мог представлять. Они не прокачаны, ни шиша у нас. Так что там у нас забрать? Так, нам нужно еще ПВП обязательно сыграть. Так, ПВП. Давай здесь вот возьмем. Возьму топилозавра, например. Апатозавра и... Таниколагнуса. Глянем, что тут нам могут подсунуть. 10 уровень, ребята, это самый маленький уровень для поединков. Оу. Индоминус. Опять же, модифицированный, да? Ну, давай, посмотрим. Решил бомбануть меня разочек, да? Один. Так сказать, прощупать обстановку. Ладно. На тебе. Ну, сейчас, скорее всего, нам крышка будет. 430 и 430. Ну, он две атаки сольет. Да, нам будет кранты. А вот сможет ли апатозавр его подбить? Сейчас посмотрим. В принципе, может, если сделать две атаки. Ой, не две, а три. Три атаки ему нужно сделать. Так, и выходит Птеранодон. Ну, естественно, он пойдет меняться, скорее всего. Удивительно. Он не пошел меняться. Какого лешего? Ты серьезно, что ли? Одна единичка хп, ребята. Одна единичка хп. Да. Я думаю, тут всем понятно, что надо делать. Так вот. Ну тут мы сейчас посмотрим, кто будет. Карнораптор или все-таки Таниколагрус. А, Спинораптор или Таниколагрус. По атаке он мощнее. По хп немножко мне проигрывает. Вот так вот он решил, да? Всего лишь одну атаку сделать. Я вот так попробую, ребят, сделать. Многовато, конечно, взял. Вот так. Все, ребят, попался. Чуханок попался. Давай, гасим его. Да? Подбили. Все-таки не выдержала система, да, у него. И он решил нас атаковать. Ну и доатаковался в мою защиту. А я думал, взять две или одну. Хорошо, что взял четыре к защите. Поэтому он не смог нас пробить. 100 очков доверий. Окей. И еще разочек крутанем и посмотрим, что выпадет нам на этот раз. Аргентинозавр. Все, ребят. Забираем здесь наши награды. И открываем наш пак. Так, 40 бакинских. Ну и в основном еда и деньги немножко. Плюс чуть-чуть очков доверий.
Так, теперь мне, знаешь, что мы же тут с тобой... Ага. Смотри, сколько сейчас по шкале займет, ребят. А что такое, не понял. Эй! Прикинь, я не могу... Я не могу закончить... Нормально? Обалдеть. Я просто-напросто не могу закончить стройку. Ладно, я буду надеяться, что в следующей серии, когда мы начнем, этот глюк закончится, и мы сможем все-таки достроить площадку, на которой, естественно, нам нужно размещать будут либо новые постройки, либо новых динозавров, коих у нас накопилось уже приличное количество. Но выставить мы их не можем в связи с нехваткой места. Вот тут еще есть, правда, клочочек, но это особо так не решит нам ничего. Ну что, друзья, на этом я буду закругляться. Всем удачи, всем до новых скорых видосиков.